такой сайт, сайт журналистских расследований. И вы можете посмотреть, кто в 2016 году получил квартиру, в 2015. То есть это те люди, у которых благосостояние больше, чем возможно, и позволяло им просто приобрести, пойти, вот как в магазин купить конфет, вот просто пойти купить квартиру. Но нет, они получили его через наши служебные. Ну это такое правило. Сначала они получают как служебную, через 3 месяца они пишут заявление. Нет, служебные наши получают. Да, наши получали как служебные. А через 3 месяца они писали новое заявление, и на исполкоме эта квартира расслужебливалась, и получали они в собственность квартиру. Потом ее некоторые квартиры уже даже перепродали. Кому интересно, обязательно прочитайте на сайте журналистских расследований. Давайте двигаться дальше.